Вітаю вас у студії телеканалу «Відкритий». Сьогодні будемо говорити про емоції та навчимося робити так, аби наш емоційний стан не заважав нам жити. Сьогодні в нашій студії ми запросили психолога-практика. Це Володимир Писаренко. Я вас рада сьогодні бачити. І дуже добре, що саме з такою темою ви прийшли сьогодні до нас. Хочеться поговорити про той наш емоційний стан, який ми дуже часто приховуємо. Ми звикли працювати. Працювати посеред людей і приховувати свої почуття. Нам часто кажуть, що не потрібно, потрібно зосереджуватись на основному, не потрібно показувати, що ви насправді відчуваєте, наскільки це може бути небезпечним. Хотілося б сьогодні поговорити і як навчитись контролювати свій емоційний стан. Серйозна тема. І, звісно, попитаємося дать определенную информацию, чтобы люди могли ею користуватися, да? Чтобы они могли ее использовать. Во-первых, нужно отдать себе отчет в том, что если я следую каким-то правилам, общепринятым, эти правила должны не только устраивать общество, но они еще должны устраивать меня. Мы обычно к этому идем постепенно, начиная с самого рождения, сначала семья, затем условно школа, там, или детский сад, школа и прочее, прочее. Мы учимся соответствовать тому, что принято в обществе. Мы не будем говорить о разных странах, мы будем говорить там, о нашей Украине. Да? Так вот, оказывается, что есть некий стереотип, которому я якобы должен соответствовать. Ми повинні так поводити. Ні в якому разі ми не повинні, можливо, там висловитись якось. Ми повинні тримати себе в руках. Дуже часто про це говорять. Тримай себе в руках. Зосередься. Не треба показувати свій характер. Тобто дуже часто ми себе починаємо зупиняти. І ось тут дуже важко. Стає, тому що потрібно кудись діти ці емоції, воно у нас є, і його стає багато. Що потім з цим робити? Этому нужно, как и многому в жизни, учиться. И себя нужно к этому готовить. Вот когда говорят, там, стримуй себе, да, понятно, что когда наше поведение выходит за рамки правила, мы нарушаем какие-то общепринятые нормы. Тут необходимо действительно сдерживать. Но нужно понимать, это соответствует как бы условно поведению допустимому или же нет. Или же это кому-то удобно, а кто-то этим даже пользуется. Поэтому в каждом случае, как правило, нужно разбирать конкретные примеры. Так как у нас конкретных примеров нет, пока будем взагалі говорить о том, як це. Вони ж на кожному кроці ці всі приклади. Ми кожного дня виходимо з дому і вже починаємо свої емоції розподіляти між іншими людьми. Ми заходимо в транспорт і ми вже бачимо, що тут емоційний може бути кожен. Так? І кожен може висловитись. Але хтось собі дозволяє, а хтось ні. Так само на роботі, вдома. Поэтому готовить себя нужно заранее. Як? Как? Есть хорошее правило – предупрежден, значит вооружен. Однако, даже если мы об этом помним, вот мы как-то в одной из передач говорили о семье, семья формирует вот это наше состояние, состояние эмоциональное. Если у человека все сложилось в прошлый вечер, да, он пришел домой, он попал в круг своих близких, родных людей, он отдохнул ночью, он проснулся с хорошим настроением, и ему это настроение поддержали близкие, жена, дети и прочее, прочее, да, собака, кот, там, все, кто угодно, то он, конечно, выйдет в хорошем расположении духа. И если он человек дисциплинированный, человек последовательный, он не будет бежать, сломя голову, на ту же работу, не знаю, на ту же маршрутку или лететь на своем автомобиле на работу. Он все сделает заранее. И, конечно же, бывают ситуации, когда они, что называется, непредсказуемые.
Вот тут мы имеем право высказать свое отношение. Если что-то произошло, мы обязаны это делать. Я скажу, почему это надо делать. Только, назовем так, цивилизованным способом. Потому что если мы будем сдерживать эмоции, в одном случае, во втором, в третьем, в пятом, в десятом, возникает хроническое перенапряжение. Наша психика не разгружается. Это чревато тем, что человек, в общем-то, создает у себя ситуацию, ту, которая выливается в соматические заболевания. То есть наши неотреагированные эмоции, они воздействуют непосредственно на наши внутренние органы или на наше тело. Если мы их вовремя можем отреагировать, они как бы проходят мимо и не создают этого эффекта для нашего организма. А що ви маєте на увазі? Ну, от якщо, наприклад, людина занадто емоційна і їй нічого не варто, там, не знаю, на ногу наступити, так? І вона вже починає заводитись, вона вже починає на тебе кричати, вона вже починає свій емоційний стан ось так от на цю людину виливати. І як їй тоді? Тримати себе вона ніколи не зможе. І захворіти, ну, може і захворіти, звичайно, якщо залишить оце. От знаєте, ви говорите, а у мене виникає асоціація зі словом розпущеність. Розпущеність емоціональна. Когда человек не только здесь, я думаю, он и в своей семье ведет себя соответственно. А как это было вообще до всего, я пока не знаю, но предполагаю. Скорее всего, он так воспитан. Он привык демонстрировать свои эмоции по разным поводам. Ему это доставляет удовольствие. Дозволяли, можливо, в дитинстве? Тем более, конечно, это поощрялось. Тем более, когда он получил, условно говоря, некую власть, там, над мужем, над детьми. Он этим стал просто пользоваться. А в обществе, так это же само собой разумеется. То есть люди таким образом, как они говорят, завоевывают свое место под солнцем. Таким образом. Они грубят, хамят и прочее, прочее. Мы не будем говорить, что это как бы некрасиво, плохо и прочее, прочее. Мы просто говорим, что такое есть. Если такие люди есть, я думаю, вряд ли мы их тут же перевоспитаем. Мы в лучшем случае можем поставить их на место. Это единственное, что мы можем сделать. То есть мы не просто выслушиваем и не просто соглашаемся, а мы даем этому оценку. Но мы не пытаемся их исправить поведение и тем более повлиять на то, чтобы они в следующий раз этого не делали. Хотя вполне возможно, если мы корректно это сделаем, то, может быть, этот человек задумается. Может быть, задумается. Вполне возможно, может быть, поведет себя по-другому. Хотя такой тип людей, он обычно предпочитает силу. То есть, если его наказать за это, в следующий раз он этого делать не будет. Это люди, которые четко разделено. Сильный, слабый. Вот если мы на его силу продемонстрируем другую силу, то он подумает, что, скорее всего, этого делать не нужно с такими людьми. А з другими він як діло, так і буде діляти. Ну, це вже не виправиш, звісно ж, так. Пане Володимире, ну справді, тут що тут сказати? Тут справді нема чого сказати, ми часто зустрічаємо таких людей. З приводу того, як взагалі розподіляються емоції. Чоловік емоційний не повинно бути так. От прийнято так в суспільстві. Жінка емоційна може бути. Да. Наскільки цей стереотип виправданий на сьогодні? Это, как говорят, исторически сложилось. Так принято в обществе. И общество это поощряет. То, что общество поощряет, мы считаем за правило. Если мы с этим не согласны, общество нас будет отвергать. Нет, брат, ты не прав. Тут знаете, так не надо. Зараз дуже часто психологи в першу чергу рекомендують хлопчикам навіть і поплакати. Дівчаткам раніше дозволялося плакати, хлопчикам казали: ні, ти не повинен, ти чоловік, тримай себе в руках, ти не плачеш. Зараз кажуть, що не можна цього робити і дозволяється, дозволяє. Але до чого ми можемо потім прийти в такому випадку? Тема очень сложная. И если бы было время, можно было бы начать с самых-самых отдаленных подступов, да, к этому всему. Если уж
покороче и попонятнее, то следующий ход. Это пережиток того советского прошлого, когда мы все воспитывались, и оно до сих пор еще работает. И не только, кстати, в советского, и в других странах, в некоторых считается. До определенного времени, я не буду называть страны, я просто скажу, до определенного времени считается, что ребенок может выражать эмоции, и плакать, и возмущаться, а после некоторого времени он должен уметь учиться себя сдерживать. До это первое. До якогось віку вы маєте на увазі, так? А? До якогось віку? Тобто там років до 5? Условно, нет, даже больше. 9-11 лет приблизительно. После этого ребенок уже обязан выполнять правила общественного поведения. Здесь можно было бы начать говорить о том, а вообще кого воспитывает общество и для чего оно его воспитывает, этого человека. Если говорить о мальчиках, то из мальчиков кто должны условно вырастать? Защитники, условно говоря, солдаты. Да? Вот ему требуется это. Ты должен, ты обязан, ты не имеешь права, это плохо, это слабость, это не прощается и прочее. Если с другой стороны посмотреть, есть нормы поведения, когда мужчина, если он проявляет слабость при людях, это считается неуместным. Опять-таки, нужно говорить, о какой ситуации. Если это трагедия, я думаю, это будет уместно. И даже когда мужчина плачет, это не есть плохо. Он выражает свои эмоции, потому что ему больно, у него трагедия. Но это не значит, что он должен, извините, хлюпать носом 5 дней подряд у всех на виду. В крайнем случае, как бы в экстремальной ситуации, это допустимо. Если все же разумеются. Да, если это становится нормой поведения, то, конечно, и общество, да и вообще как бы вменяемые люди будут это отвергать. Это не нужно. Девочка, женщина, ей как бы положено. Она имеет право, и она как бы этим говорит, что она более тонкое создание, существо. Можете, девчата, навіть маніпулювати таким способом. Да, знаємо да, ми такі випадки, да. Коли такі театралізовані сльози. Да. Виникають. Опять-таки, кому это выгодно и для чего это делается? Если это уместно, если это приветствуется, это одно. Если же это чересчур наиграно, это уже плохо. Поэтому все должно быть как бы. Нужно соблюдать меру. И если мы уже говорим о эмоциях, я уже сказал, чревато чем? Если мы ушли от распущенности, да, и пришли, условно говоря, к тому, что человек умеет управлять своими эмоциями, то так или иначе он должен понимать, что чрезмерное скопление любой энергии всегда отрицательно воздействует. Повторяю, любой энергии. То ли положительное, то ли отрицательное. Как зрозуміти, що вже її так багато? Ну, як можна це коригувати? Здесь нужно будет говорить о таких серьезных вещах, как там практики, японские, китайские и прочее. То есть я опять-таки коснусь, есть у них хорошее определение. Должно быть либо много, либо мало. Вот много чего-то, там 12 пунктов, и мало чего-то, 12 пунктов. Если как бы в нашей ситуации большая радость вредит сердцу, большая ненависть вредит печени, большой страх вредит почкам, большое чрезмерное напряжение умственное вредит селезенке, ну и прочее, понимаете? То есть вы должны понимать, я уже то, что сказал, любая энергия, она в большом количестве плохо будет воздействовать на человека. То, что я сказал, большая радость в большом количестве, она будет воздействовать на наше сердце, и сердце будет страдать. Ви бачите, наскільки це все зовсім інакше зараз ми глянули на цю проблему, тому що ми ніби хочемо радіти, ми ніби намагаємось бути щасливими і намагаємось накопичувати це все, а тут виявляється, якщо його може бути і занадто. Я имею в виду одновременно, но человек должен об этом знать. Если человек об этом не знает, ну как он будет в этом ориентироваться? Вот я, допустим, только об этом заметил. Человек сообразительный, умный, он тут же у Гугла начнет спрашивать, а что это такое, да? Он набирает и получает ответы. Если он человек, умеющий анализировать, он все это отфильтрует, все как бы наносное, и выберет самое основное.
И все это сведется к тому, что должна быть умеренность. Или вот там китайцы говорят, следовать необходимо срединным путем. То есть в чрезмерные вещи мы не входим. Мы стараемся идти срединным путем, то есть немного радости и немного горя. Мы понимаем, что это будет нам вредить. Поэтому мы должны за этим следить. Как? Это практика. Это то, что называется «себя нужно воспитывать». За один день воспитать сложно, но работать над этим нужно. То-то и если человек будет работать над этим постепенно, держа как бы в голове план некий, он постепенно придет к каким-то результатам. Тобто ви рекомендуєте нам кожного дня виховувати себе? Да. Виховувати себе в сім'ї, на Совершенно роботі, правильно. У суспільстві. Да. І навіть тоді, коли ви відпочиваєте, ви повинні Совершенно регулювати правильно. Усі свої емоції. Да. Понимаете, есть понятие нормы и есть понятие крайности и отклонений. Вот у нас должно быть четкое понимание, что есть норма, а что есть отклонение. Это неплохо, отклонения неплохо, но они не должны быть чрезмерными. Вот поэтому говорю, знаете, опять-таки в народе говорят, много смеешься, будешь плакать. Да? То есть люди понимают, что чем это заканчивается. А с другой стороны, человек таким образом себя воспитывает, он себя к чему-то готовит. Я, допустим, в своих консультациях задаю иногда такой вопрос, как бы компрометирующий, да? Я говорю, а сколько вы хотите прожить? Сколько? И человек впадает в ступор иной раз. И у него единственное, что всплывает, ну вот обычно все живут 70 лет. А кто вам сказал, что вы должны прожить 70 лет? А почему не 90 и не 100? И вот самое интересное, как только человек серьезно об этом задумается, он поймет, что для того, чтобы прожить хотя бы 80 или 90 лет, к этому нужно быть готовым. Себя нужно к этому готовить. Простое объяснение. Вот Юля, кажут, треба если себе вы любить. Собрались, подождите, если вы собрались в поход на 5 дней, сколько вы возьмете с собой продуктов? Не на месяц же, правильно? Ну, на 5 дней, на 5 дней. Но вот если вы собрались в поход на 5 дней, взяли продуктов на 1 день, ну, потом будут проблемы. Вот то же самое и с моим отношением к здоровью, и с моим отношением к тем людям, которые меня окружают. Если они меня в этом поддерживают, если мы понимаем, куда мы идем, то мы будем над этим работать совместно. Як будемо працювати? Як працювати над тим, щоб врегулювати? От, наприклад, на сьогодні людина добре пораділа, наприклад, так, день народження був. Ну, повеселились. Випили, можливо, да. там ще щось. Да. Тобто емоцій було багато. Да. Емоції, можливо, зашкалювали. Да. Як потім врегульовувати? Завтра ж не буде цього дня рождення. Не буде. І післязавтра не, не буде. Так от ми сьогодні відпразднуємо, а потім будемо просто працювати. Сосредоточимося на звичайних буднічних ділах. І це нормально, це правильно. Не може бути кожен день праздник. Это ненормально, это неправильно. Потому что человек, он выходит из того, что называется параметры нормальной жизнедеятельности. Если мы постоянно танцуем день, второй, третий, ну, мы в конце концов упадем. Нам нужно же отдыхать. Мы не можем танцевать бесконечно. То же самое мы не можем постоянно есть и пить, что называется, под «не могу». И не можем веселиться. Должен быть какой-то размеренный ритм жизни. И если мы его для себя организовали, если мы этому следуем, то, я думаю, постепенно можно выйти к тому, что называется «мне это удобно и меня это устраивает». А ваш организм, он отреагирует на это. Якщо вже так більш конкретно підійти до цього питання, то потрібно знати, якими да, засобами конечно. Це робити. Да. Тобто, да. ви, наприклад, у вас була депресія, чи, можливо, ви втратили близьку людину. Да. Але ви знаєте, що вам потрібно жити далі. І да. вам треба обов'язково зробити так, щоб ваша дитина чи ваші близькі люди не страждали далі разом да. з вами і дивлячись на вас. Тоді ви повинні щось зробити з собою. Можливо, є якісь практики, які допоможуть? Можливо, є практичні поради? То, що стосується практик і взагалі розуміння того, що це і як, це віддільна тема, віддільний вопрос, серйозний. Хоча потрібно розуміти, що будь-яке событие в житті людини має початок, розвиття і завершення. Вони по своїй длительності різні.
Вот то, что вы только что сказали, да, условно говоря, человек ушел из жизни. Я просто приведу пример, чтобы было понятно. В этом случае важно что? Не может он собраться завтра и вести обычную жизнь. Ему это будет очень сложно, потому что это сильнейшее психоэмоциональное потрясение. Поэтому есть период, когда человек находится в шоковом состоянии, затем этот период шокового состояния должен перейти в то, что называется острое горе, и человек его должен пережить. Только его нужно переживать правильно. Потом период острого горя переходит в состояние утраты. Человек что-то утратил, но острого горя уже нет. Он его должен прожить, этот период, обязательно. Когда он этот острый период прожил, он находится в печали. Понимаете? Он печалится. И здесь он вряд ли будет нормально себя чувствовать в обычной обстановке домашней. И люди должны это понимать. И близкие, и родственники, и коллеги по работе. Затем период печали переходит в то, что называется постепенная размытость состояния, когда печаль чередуется с вниманием к тому, чем я занят, к близким, каким-то своим делам. То есть, вот понимаете, вот этот период, он постепенно должен завершаться. И потом у человека остается где-то в уме осознание того, что нет этого человека близкого. Легкая грусть, печаль остается, а человек большую часть времени уже посвящает каким-то обычным будничным делам. А от ви сказали, що потрібно правильно переживати гострий період, да, втрати. Да. Як це саме треба робити? Вот как ни странно, в этот период нужно плакать. Нужно вспоминать человека. Нужно благодарить его. Здесь очень такой интересный момент, чисто психотерапевтический. Необходимо рассказать вслух, это практика, необходимо рассказать вслух, поблагодарить этого человека за то, что он дал мне в моей жизни. Возможно, он меня чему-то научил. Возможно, где-то помог. И я ему высказываю свою благодарность. Вот так, как будто он есть рядом со мной. Но в это же время я понимаю, что его уже нет. Но я это делаю. Я это делаю для облегчения вот своего эмоционального состояния. Я не должен это носить в глубине себя. Я должен этим поделиться. Иногда это происходит один на один. То есть не всегда это нужно с кем-то делать. То есть это практика. То есть я вам начинаю рассказывать. Это практика, которую нужно делать. Допустим, если я работаю с человеком, я ему это рекомендую делать. Только опять-таки нужно понимать, есть некий период, когда это нужно делать. Это нельзя делать каждый день, это нельзя делать месяц за месяцем. То есть мы должны понимать, что я должен условно в течение там, 2-3 недели провести эту работу. Если я буду проводить эту работу качественно, у меня постепенно исчезает желание это делать. То есть я уже без этого внутреннего желания и потребности буду это делать. То есть я понял, что как бы тема исчерпана. И я ее завершаю. Я уже наплакался, я уже выговорился, и мне интересно что-то другое. И, допустим, я ему говорю, это нормально, когда вот идет такой процесс, и он завершается. Следовательно, вам уже необходимо обращать внимание на что-то другое. На что? На обычные вещи, на обычные ситуации, на обычных людей, на обычные свои дела, которые вы отложили, отставили, потому что у вас случилось горе, беда. И вот вам уже необходимо на это обращать внимание. Хоть, пожалуйста, там на 5 минут, на 10 минут. Это не значит, что вы прям вошли в тему и начинаете работать. Но вот эта периодичность, она должна увеличиваться. И вы постепенно, через какое-то время, уже не 5 минут будете посвящать какому-то делу, а уже 20 минут, а потом полчаса, а потом вы провели полдня за этим делом, потом у вас возникла легкая грусть. Пожалуйста, погрустите, вспомните. Тобто нам потрібно емоціям віддаватися. Обязательно. Нам не треба їх ігнорувати. Ні в коїм случаї. Треба знати, що вони є і вони повинні бути. Да. Це наші емоції. Це наші емоції, це, щоб люди розуміли, це енергія. Це енергія, яку ми, є таке слово, може бути, воно кому-то понятно, ну, професіонально, це жаргон професіональний. Ми його повинні каналізувати, тобто ми повинні, условно говоря, направити. Як тільки ми цю енергію направили в определеному направленні, по определеному руслу, она уходит.
И когда она уйдет, мы почувствуем облегчение. И это, повторяю, естественный, нормальный процесс. Значит, нам нужно что-то другое. Нам нужно это заменить, точнее, наполнить чем-то другим. Вот это свое состояние. Мы случайно были наполнены, вынужденно наполнены вот этим горем, бедой. Потом мы наполняем чем-то? Вниманием каким-то своим другим делам, близким людям. Каким-то своїм проблемам. Коли ми будемо регулювати таким чином емоції, да. Нам стане легше, нам стане простіше да. жити і довше проживемо. Абсолютно. Це те, з чого ми починали з вами. Понимаете, говорити это вот то, що називається гігієна. Только это психотерапевтическая гігієна. Это гігієна психіки нашей, психической жизни. Мы должны понимать, вот, условно говоря, если мы прежде чем сесть за стол, моем руки, мы соблюдаем как раз то правило, что руки должны быть чистыми. А если мы столкнулись вот с такой ситуацией, мы должны понимать, что ее нужно отреагировать правильно. И не нужно махать на это рукой, и не нужно пытаться заливать это каким-то спиртным. Хотя я абсолютно понимаю, что это существует в культуре, да, народа. Люди это делают. Но, повторяю, это ситуация критическая. В критическую ситуацию это нужно, наверное, сделать. Только не надо это пускать на самотек и каждый день потом, извините меня, вспоминать, поминать и прочее. Это же ничего не дает. Не абсолютно. Абсолютно. Это та пожарная ситуация, когда мы воспользовались, экстремальная ситуация, мы воспользовались какой-то помощью там, того же спиртного, ну, так принято говорят, проще справиться, да. У нас же наша психика, организм сложная система, сложнейшая система. И в этот период мы можем дать себе возможность, условно говоря, отключиться на время. Но потом это приходит. Вот опасность в чем? Люди, которые этого не знают, не понимают, или которые, я считаю, по-своему инфантильны, то есть это детскость. Вот они считают, что теперь они будут так делать всегда. Это заблуждение, которое приводит только к одному состоянию – состоянию тупика. Выхода из этого состояния не будет. Поэтому не стоит заниматься этими вопросами. Повторю еще раз, иногда да, можно, может даже и нужно это сделать. Но это пожарная ситуация. Мы это сделали, потом мы должны понять, что все, эта ситуация прошла, все, закончили. Теперь нужно другими путями и с другими силами, с другим пониманием работать в этом направлении. Пане Володимире, я думаю, що сьогодні дуже така вийшла у нас насичена бесіда з вами. Ми поговорили про декілька станів наших емоцій, так, і поговорили про гори, і про радість, і про те, як же врегулювати наш емоційний стан. Я думаю, що ті всі поради, які сьогодні прозвучали, про які ми говорили, і справді вони не залишаться десь там осторонь, а люди будуть ними користуватись. Будем надіятися. І будуть користуватись якісно. Тому що справді, якщо ви володієте емоціями, то ви володієте світом. Так казали мудреці. Совершенно правильно. І це повинно працювати. Я вам дуже дякую за сьогоднішню бесіду. Дякую вам.